Вы когда-нибудь ковырялись в носу? Ну, ребята, конечно же, я не ковырялась в носу! Видите, у нас здесь есть два варианта ответа – да и нет. Ну, конечно же, как я, Даша, я никогда не ковырялась в носу. Так, давайте мы спустимся и... Ребята, где вы? Почему вы в лифте? Вы это слышите? И что сейчас будет? Would you please shut the door? А? Боже мой, ребят, вы видели? Только что тут что-то взорвалось. Ну, ребят, конечно же, я... Ну, ребят, ну кто же не ковырялся в носу? Да все хоть раз в жизни ковырялись в носу. Ну, представьте, если мы не будем ковыряться в носу, ну, понимаете, мы не сможем вообще никак дышать. Поэтому давайте мы с вами выберем горку «Да». Ну, ребят, конечно, вот смотрите, тут было голосование, и 1 500 000 человек выбрали, что... Да, они ковырялись в носу, и только остальные сказали, что нет. Так, смотрите, тут даже есть какой-то обе, давайте с вами вот так пропрыгнем. Кем бы вы предпочли быть? Самым умным в жизни или самым богатым? Ребята, ну конечно же богатым, тут даже ничего не обсуждается. Мне кажется, что все выбрали быть богатым, то есть, ну, нет? Выбрали быть умным? Серьезно? Ой, это что там, Сквидварда? О, нет, не иди за мной, ребята. Ну, все. Я просто, ребят, не понимаю, почему они выбрали, то есть, ну, те, кто делали голосование, они выбрали быть небогатым, они выбрали быть самым умным. Это что за, ребят, я не понимаю. Выбрала 1 300 000 человек быть умным, и только 600 000, ну, из половины от этого. Хорошо, давайте. Тут, знаете, мне очень нравится, что здесь есть какой-то даже паркур, то есть мы с вами реально как будто бы выбегаем. Так, Android или iPhone, ребят? Какой же сложный вопрос. А успеешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 3, 2, 1. Молодец. Конечно же, ребят, iPhone. Тут не обсуждается iPhone, ну, лучше. Вот, видите? Хотя, ну, да, видите, тут 1 400 000 выбрало, что iPhone. Хорошо, ребят, давайте с вами аккуратненько тут пройдем. Так, хорошо. Так, идемте вот сюда. Что было бы лучше? Машина времени или машина телепортации? Ребят, знаете, ну вот очень многие люди любят, знаете, там машину времени, там то, что в прошлом было лучше, там и так далее. Поэтому я думаю, что все выбрали бы машину времени. Поэтому давайте я с вами вот сюда пойду. Нет? Выбрали все машину телепортации? Нет, конечно, это классно. О, это что, ребят, динозавр? Ого, видели, там реально какой-то динозавр. Хорошо, ребят, тогда это у нас с вами... Этот. Машина телепортации. Хорошо, давайте мы с вами вот сюда спускаемся. И все. Ну, хотя тут почти, ну, почти одинаково. То есть, конечно, у машины времени меньше. Ну и ладно. Так, здесь объясняется. Первый выбранный вами слайд засчитывается как за ваш голос. А, то есть я тоже голосую. Не, ну это классно, что я тоже голосую. Так, хорошо, давайте мы с вами прыгаешь. А, так, давайте спускаемся тут аккуратно. А это что тут такое? А, это только что было. Кем бы вы предпочли быть? Очень быстрым или действительно сильным? Ну, ребят, на самом деле действительно сильным, то есть, допустим, для меня это мне ничего не даст. Мне кажется, очень быстрым это быть классно, знаете, вы опаздываете, там все такое, куда-нибудь, и вы супер быстро, и вы везде успеваете. Поэтому я выбрала бы быть очень быстрым. И да, ребят, смотрите, 1 300 000 человек выбрали быть очень быстрым. Ну, естественно, ребят, я бы тоже бы это выбрала, потому что быть очень сильным, это не для чего. Ты опаздываешь, и что тебе эта сила даст? Взять машину и бросить ее? А, ну, конечно, можно, знаете, там какое-нибудь здание, то есть, допустим, где ты учишься или работу, там, и все, и не будет работы. Не, так мне не нравится. Ладно, давайте с вами спускаемся. Итак, давайте идемте вот сюда. И что здесь? При хранении чашек в шкафу какой путь правильный? Лицом вниз, лицом вверх. Чашек в шкафу? А, то есть, как вы храните чашки в шкафу? То есть, ну, не знаю, там, вот так или так? Лицом вверх? Конечно, ребят, зачем лицом вниз? Ну, блин, это странно, конечно, если ты... Да, ребят, вот лицом вверх проголосовало там 1 300 000 человек почти, ну, а другое там 600, то есть, ну, как бы,
у кого как, ну, не знаю, кто ставит чашки вот так снизу. Ну, я не понимаю. Какая погода лучше? Чтобы было тепло или холодно? Ребят, конечно, классно, когда холодно, ну, то есть, когда жарко, это классно, но не совсем. А когда холодно, это тоже классно, но не совсем. То есть, холодно, ты можешь как-то одеться там прикольно. А летом у тебя только шорты и топ. Ну, конечно. А зимой ты можешь, в общем, кому как, но я выберу жаркую погоду. Потому что я думаю, что за нее больше проголосовали. Нет, выбрали всех холодную погоду. Смотрите, а тут как раз таки зима и меня заморозило. Ребят, смотрите. Я, конечно, ребят, в шоке, что люди это реально выбрали. То есть я бы тоже выбрала бы холодную, то есть погоду. Но я просто не думала, что реально типа большинство проголосовало за холодную погоду. Итак, за горячую проголосовали почти столько же, сколько и за холодную, но за холодную все же больше. А это, ребят, что за стул-то еще? Посмотрите, тут какой-то странный стул, а куда мне идти-то? Ребят, вот здесь выход, теперь я поняла. Что бы вы хотели бы услышать в первую очередь, хорошие новости или плохие новости? Ну, смотрите, ребят, если ты услышишь первые новости, то есть... Первая новость будет плохая, то ты все равно зациклишься, то есть, ну, даже в этом хорошей новости ты все равно будешь думать о плохих новостях. Ну, в общем, я думаю, что лучше хорошие новости на самом-то деле. Ну, не знаю, мне было бы прикольнее, да. Хорошие новости, ребят! Так, ну, получается, хорошие новости, ну, за них больше проголосовали. Так, давайте вот так проходим с осторожностью. Итак, ребят, следующая дверь похожа на Дурс. Ну ладно, давайте мы с вами проходим. Это похоже теперь на Бакрумс. На закулисье. Неужели мне сюда нужно падать? Да, кем бы вы предпочли быть? Самым умным в компании или самым смешным в компании? Ну, смотрите. Смотри, какая у тебя компания. Если у тебя компания из самых умных, самым умным быть в компании, это будет прикольно. Если у тебя такая компания, ну, то есть, я думаю, самую смешную компанию все бы выбрали. Ну, блин, кто сейчас в 21 веке-то учится? А? Все выбрали самым быть умным в компании? А, блин. Мне это не нравится. О, нет, подождите, вот что мне сейчас будет? О, нет, кто меня не видел? Ребят, он только что меня пытался взламывать, мне кажется. Но я не уверена. Хорошо, то есть многие выбрали самым быть умным в компании, ребят. Ну да, это зависит от компании, от какого-то человека и так далее. Но я просто не понимаю, ну блин, кто это выбрал? Мне интересно, сколько за, ну, что проголосовал. Давайте сами спускаемся. И самым умным человеком проголосовало быть 1 300 000 человек. 300 000 человек, то есть, ребят, ну я в шоке. Я реально в шоке, я реально не думала даже об этом. Так, хорошо, кем бы вы предпочли быть? Младшим братом, старшим братом? Ну, смотрите. Младшим, ну, то есть младший брат-сестра, ему ни за что не прилетает, только старшим. Ну, у старших больше привилегий. То есть, допустим, ну, не знаю. Мне так кажется, что старшим быть прикольно, но младшим быть еще лучше. Я сама как старшая сестра, ну, знаете, я стала бы младшей. Поэтому я выберу младший брат. И да, ребят, очень многие люди проголосовали быть за младшего брата. То есть, ну, тебе никогда не прилетают, тебя все любят там и так далее. Ну... В общем, не знаю, больше плюсов и так далее. Поэтому давайте, ребят, мы с вами куда пойдем? А, вот здесь краски есть дырка. И давайте мы с вами пойдемте наверх. Так, мы с вами идем наверх. Давайте, и смотрите, тут есть какие-то доски странные. Не знаю, зачем вы их сюда поставили. Ну ладно, давайте с вами идем сюда. Как вы называете этот вид спорта? Соссер или футбол? Ну, знаете, я как не американка какая-то, я не называю это соссер. Я называю это футбол. Потому что это футбол, а не соссер. Ну, блин. Ну, естественно, за футбол проголосовало больше, чем за соссер, блин, какой-то. Зачем это, ну, вообще, какие-то американцы. Хорошо. Давайте с вами идемте сюда. Воу, ребят, что это здесь такое? А, ну лазеры. Так, давайте вот так проходим и
Где у нас вопрос? Что бы вы предпочли бы? Иметь своего персонального... Получается, шефа? Или иметь своего персонального уборщицу? Или это... Ну, наверное, уборщицу, конечно. Ну, ребят, тебе ничего не нужно делать, а готовить самой в кайф. Нет? А, это кто еще такое? Эй, а ну-ка иди сюда, блин, какой-то, блин... Качок, смотрите, на меня только что напал какой-то качок. То есть, ребят, вы серьезно выбрали иметь персонального шефа? Ну, блин, ну, ребят, ну, убираться же это еще хуже. Ну, блин, ну, вот серьезно, я бы выбрала бы уборщицу. Готовить это реально прикольно. Тем более, ну, когда ты готовишься, ну, хотя, ну, да, шеф-повар, конечно. Вот это, ребят, я вас тут реально не понимаю. Мне всегда лень убираться. Ну, ребят, в очень деле всегда лень убираться. Так, хорошо. Лучшая форма общения. Телефонный звонок или текстовые сообщения? Кто общается через телефон? Конечно же, текстовыми сообщениями. Ребят, ну тем более новое поколение. Эй! Текстов... Что? Это оказалось неправильным? И тут опять какой-то динозавр, который на меня просто рычит. Ребят, ну кто вы... Серьезно. Вы общаетесь по телефону часами? Ребят, это вы странные. Вы реально странные. Зачем вы выбираете телефонный звонок? Я никогда почти... Ну хотя, то есть, ну может быть... Нет, через телефонный звонок это тоже прикольно. Ну блин, через сообщение. Ладно, хорошо. Так, ребят, смотрите, тут у нас такой вот паркур. Давайте с вами пройдем его быстро. Так, вот я уже вижу вопрос. И знаете, я сейчас думаю, я даже не знаю, что такое чипотл. Да блин! То есть, я не знаю, что такое чипотл, а Taco Bell, ну блин, я знаю, но все знают, что такое Taco Bell, ребят. Ну, кто не знает, ну, я, ну, нет, его все знают Taco Bell. Поэтому, ну, естественно, ребят, мы выберем с вами Taco Bell, потому что он как больше известен, там и так далее. Так, ну, естественно, ребят, Taco Bell выбрали больше. Что? Exit here тут написано? Тут сказано, что это выход. Можешь его проверить? Конечно же, я его проверю. Я бы сама уже хотела бы отсюда выбраться. Так, лучшее мороженое. Ванильное, клубничное или шоколадное, ребят? Я шоколадное не особо люблю, как и клубничное, поэтому я выбираю ванильное. Давайте сюда спускаемся и... Это оказалось неправильное, ребят, вы что? О нет, тут Пигги! Ребят, нет, мне нужно убежать от Пигги, ребят, нет, она меня сейчас поймает! Да, ребят, она меня поймала. Ребят, неужели вы выбрали... Ну хорошо, это значит шоколадное, я уверена в этом 100%, что это шоколадное. Да, ребят, и за шоколадное мороженое проголосовало 600 тысяч человек, а за ванильное 250. Я, ребят, просто в шоке, кто любит шоколадное мороженое? Я не особо его люблю, то есть я, мне больше нравится намного ванильное. Лучший Jack of a Night. Jack of a Night. Ну, это, то есть, получается, тыква на Хэллоуин. Какое вы бы лицо бы сделали? Ну, смотрите, ребят, первое это самое типичное. С это, ну, то есть, третья тыква, она, знаете, такая веселенькая, то есть, слишком миленькая. А вот вторая, она очень классно выглядит, то есть, знаете, как, ну, по-хэллоуински, реально. И поэтому я выбираю именно вот это. И да, ребят, за это проголосовали 650 тысяч человек. Ну, в принципе, нормально. Больше всего веселья на детской площадке. Так, а что, ну, то есть качели это, ну, точнее, такие качалки, потом горка и качели. Наверное, я думаю, качели, то есть мне горка не особо бы... Ну, смотря какая горка, если маленькая, то да. Но так качели, ребят, всегда, да, ребят, и это, естественно, качели. То есть за них проголосовало 550 тысяч человек. Не, ну это классно. А это, ребят, вы где? Здесь, конечно, прикольно. А мне что тут делать? Это что? Это что, ребят, такое? А, ребят, мы с вами тут застряли. Хорошо, вылезаем отсюда. А, так нам нужно сюда прыгать. Так вы мне бы сразу и сказали. Лучшее место для купания. То есть, где вы бы покупались? В озере, в океане или в ванне? В ванне мы можем всегда, ребят, помыться. В озере, ну, блин, в озере против. Да, конечно же, в океане, ребят. Ну, с каким-нибудь, не знаю, там,
скатами там, ну, в океане, там, ну, на Мальдивах, там, ну, не знаю. Ну, естественно, ребят, ну, все хотят, ну, поплавать в океане, ну, там, на море, там, и все такое. А куда идти-то? А-а-а, вот так, то есть нам нужно идти. Лучший вид льда для напитков. Куб, полумесяц и самородок. Куб, наверное, я всегда видел в напитках кубы. То есть, ну, я хоть и не особо разбираюсь, ну да, видите. Полумесяц выбрал только 84 тысячи человек. Ну, слушайте, ну, кто-то все равно выбрал, я не понимаю, кто, но, слушайте, нормально. Давайте с вами вот так вот съезжаем. Так, смотрите, тут что? Есть выход или нет? Нам сюда прыгать? И, а куда? А, так тут у нас камень, бумага или ножницы. Так, ребят, давайте мы с вами будем рассуждать логически. Камень? Ну, по сути, тут везде все одинаково. Ну, камень? Я думаю, что камень. Потому что это камень. Итак. Да, ребят, и оказался правильным ответом камень. Ну, потому что, ребят, ну, бумага это бумага. Она порвется, ну, допустим, в реальной жизни она очень легко рвется. Ножницы, ну, не очень, наверное. Ну, естественно, камень, ребят. Хоть этот вопрос не очень стандартный, потому что, ну, не то, что нестандартный, а имеется в виду... А, так тут обман. Получается. Имеется в виду, что все тут одинаковое, ну и ладно. Хуже всего наступать на лего-блок, улей или кактус. Ребят, ну на улей ничего не случится, я... Ну, не то, чтобы ничего не случится, конечно, это неприятно. Ну, лего-блок тоже, наверное, думаю, неприятно. Самое, наверное, худшее, это наступить, ребят, на кактус. Поэтому, ребят, я голосую за кактус и... Это оказалось неправильным ответом, вы что, ребят, серьезно? О, нет, вы паровоз. Ну, я пройду, конечно, мимо. Ну, естественно. Ребят, ну кто выбирает, блин, это? Кто выбирает? Это лего-блок. Это, походу, ребят, лего-блок. Вы что, серьезно? Лего-блок? Да! Да, ребята, и это оказался лего-блок. Не, ребят, я, конечно, в шоке. Я просто в огромном шоке. Самая крутая акула, ребят. Ну, самая такая крутая, все такое. А, мегарот. Великий белый молот. Молот? Молот, наверное, самый крутой. Хотя, вообще, не знаю. Самая крутая акула. Нет. Ну, ребят, вот здесь, знаете, реально пошли уже посложнее вопросы. Потому что, ну, допустим, ну, не знаю. Ой. Ну, ребят, просто я не понимаю, ну, я не разбираюсь в акулах, я вообще не знала, что их, ну, я знала, что есть разные виды, но, блин, мегарот, великий белый. А, великий белый, ребят, это великий белый. Мне кажется, это великий белый, да, потому что, если я не ошибаюсь, то они, по-моему, пропадают. Типа, ну, на грани пропадения. Так, ладно, ребят, давайте с вами поднимаемся вот сюда. Итак, следующий вопрос, вижу, так. Лучше еда на завтрак, обед или ужин? Смотрите, на ужин это перед сном, там все такое. Завтраки я не особо люблю, я не могу, блин, утром есть сразу. Допустим, мне нужно идти там в школу. И я не могу есть утром, это не могу, я вся пихаю. Поэтому обед, ребят, конечно же обед. Я выберу обед, и посмотрим. Да, ребят, проголосовало большинство за обед. Видите, ну, может быть, кто-то так, как я, и рассуждают, а некоторые просто выбирают, как, типа, им больше нравится. Ну, я просто иногда рассуждаю по-логически, иногда нет. Так, сюда нам надо? Нет! Зачем вот это делать, ребят, я не понимаю. Эти, блин, бассейны. Так, все. Самое страшное чудовище. Вампиры, оборотни или зомби. Ребят, если честно, я вот когда... была маленькая, я очень боялась зомби, то есть, ну, не знаю, для меня зомби это страшнее всего, то есть, ну, блин, вампир это вампир, блин. Да, ребят, и большинство выбрало зомби. Отлично, так, где твой радиационный костюм? В смысле, а чё? Ну, ладно, хорошо. Так, мы идем сюда. Ребят, что это? Это какая-то странная зона. Мне она не очень нравится. Так, хорошо. Лучший вкус. Сладкий, соленый, кислый или острый. Ну, знаете, ребят, на самом деле я больше люблю соленый. Ну, такой, знаете, ну, кислый.
Не очень, а острый я не люблю. Поэтому я думаю, что большинство людей проголосовали за сладкий. Ну, мне так кажется, потому что, ну, да, ребят, проголосовало большинство за сладкий. За сладкий вкус. Так, лучшая игрушка. Единорог попыт, бабочка попыт, радуга попыт или Т-рекс попыт? Единорог попыт. Я думаю, что единорог попыт проголосовало больше всего людей, потому что он больше, он более популярный, нет? Ребят, это реально будет тогда сложно. Опять дом Сквидварда! Я к тебе иду навстречу, Сквидвард. Уф, так, хорошо. Т-рекс тогда? Или радуга? Давайте радугу. Я не знаю, реально, ребят, это очень сложно. Да, выбрали большинство людей за радугу. Странно. Ладно. Худший гамбургер. Вот это, мне кажется, будет даже интересно просто подумать и так далее. Бургер с ногтями, бургер с зубной пастой, бургер с волосами или бургер с праздничной... или бургер с гирляндой. Ну, смотрите, бургер с ногтями — это очень даже, по сути, противно. То есть я... бургер с волосами тоже противно. Бургер с зубной пастой, ну, блин, это не так противно. А с гирляндой, ну, я блин, тут реально сложно. Наверное, бургер с ногтями. Хотя нет, бургер с волосами. Бургер с волосами, мне кажется. Да, ребят, выбрала больше всего бургер с волосами. Ну, знаете, все равно в детстве кто-то грыз ногти, то есть это нормально. Но волосы... не, ребят. Не. Хорошо, тут, смотрите, я вижу какую-то горку, можно так сказать. Смотрите, какой, кстати, у нас костюм поменяли. Хорошо, давайте с вами скатываемся вот так с горочки. Итак, лучшая миниатюра сгенерированная ИИ. То есть лучшая картинка, наверное, или что? Они тут все прикольные. Я думаю, вот это, конечно, буква Д, ребята, она лучше всех. Нет, это неправильное. Но здесь реально, ребят, очень просто страшно, потому что, ну, не страшно, то есть, ну... О, ребят, я в космосе! Меня только что, меня уносит из космоса, ребят. То есть, ну, здесь реально очень странно, потому что, ну, не то чтобы странно, то есть, ну, не знаю, это самая ржачная такая. Наверное, А, мне кажется, А теперь. Ну, это реально очень... Да, ребят, проголосовало большинство за А. То есть это не то, чтобы странно, но имеется в виду то, что это сложно реально, это очень сложно было. Потому что, ну, тут не угадать. Типа, каждого свой вкус там и так далее. Так, что тут? Лучшее домашнее животное, то есть... Фермерское, ну, типа, которое, типа, курица, корова, коза или свинья. Я думаю, что... Наверное, курица или свинья. Знаете, курица, наверное. Если не курица, то свинка. Ну, здесь очень, ребят, сложные вопросы пошли. Я просто уже не могу, реально. Они намного сложнее пошли. То есть раньше были... О, это что? Игра в кальмара, ребят? Я ж не двигалась. Что-то меня убило. Она меня убила за то, что я не двигалась. Ребят, это нечестно. Так, значит, свинка. Ну, свинки, они, ну, такие, ну, миленькие там, ну... Нет! Сейчас меня убивают бургерами, ребят, смотрите! Я, ребят, просто в шоке. Вы что, выбрали корову? Вы выбрали корову? Да! Большинство проголосовали за корову! Я, ребят, реально в шоке. Хорошо. Лучший... это тоже будет сложно. Лучшее время года. Весна, лето, осень, зима. Зима. Если думать логически, что раньше люди выбирали холодный, то есть, да, многие выбрали зиму. Ну, видите, я просто умная. Выглядит очень опасно. Ты первый. Exit here. Неужели там выход, ребят? Подождите, а это что, ребят, такое? Ну, слушайте, выглядит очень интересно даже. Я даже не знаю, куда нам идти. Так, давайте идемте куда? В какую сторону? А, здесь все закрыто. Жалко. Значит, идем сюда. Идемте сюда, поднимаемся вот туда. Итак, вопрос. Лучший смайлик. Слезы радости, глаза сердца, крик. Такой странный и улыбка. Наверное, глаза сердца. Мне так кажется, потому что, ну... Да, ребят, проголосовали за нее больше всего. Тут просто рассуждать, ну, типа, не знаю...
его больше, наверное, больше всего используют. Вот, так, хорошо. У Пеннивайза закончились деньги, и ему нужна работа. Что лучше всего для него? Доктор, сэндвич-мейкер, адвокат, ютубер, продавец... продавец эфирных масел. Ну, смотрите, Пеннивайз доктором не может быть, сэндвич-мейкером еще может быть, адвокатом уж точно нет. Наверное, знаете, было бы прикольно, если Пеннивайз был бы ютубером. Давайте поэтому мы с вами пойдем вот в эту горку, и да, и потом не проголосовали, что Пеннивайз был ютубером. Ну, блин, это, ребят, ну, это реально будет прикольно, если Пеннивайз был бы ютубером, то есть, ну, было бы прикольно бы его смотреть. Так, хорошо, мы идем сюда. Итак, лучшая порода собак. Заводитель селитривер, хаски, далматинец, чихуахуа, бигль. Ну, смотрите, ребят, мне лично очень нравятся золотистые ретриверы. Но почему-то все люди очень влюблены в хаски. То есть, ну, хаски, они реально очень красивые, но единственное, что они очень-очень активные. То есть, ну, просто в эту игру играют... люди, которые не задумываются об этом, они выбирают просто по красоте. Поэтому хаски. Хаски. Я думаю, что выбрали хаски. Я выбрала бы золотистого ретривера. Да, ребят, и я угадала. И за хаски проголосовало 300 тысяч человек, ребят. 300 тысяч. Я бы золотистого ретривера выбрала бы. Ну ладно. Лучшая яичница. Вот, то есть, вот такой омлет с сэндвичем. Потом обычный омлет. А тут не было омлетом. Ладно, и просто вареные. Ну, ребят, давайте выберем самое обычное, то есть обычное яйцо, то есть вот такое. Давайте. Идем сюда. И что здесь? Да, ребят, самое обычное выбрали. Ребят, просто здесь я наугад сделала, потому что, ну, реально, вопросы тут очень пошли, то есть, ну, именно такие. Так. Лучшая шляпа. Колледж выпускника. Федора, верхняя шляпа, бейсбольная кепка или ковбой. Кепка, ребят. Кепку больше всего людей носят, то есть, допустим, ну, конечно же, я в шляпе ковбоя бы ходила. Так, хорошо, здесь написано, эй, это место довольно забавное, думаю, я останусь. Хорошо, а я спущусь, посмотрю, что тут. О, когда уже, интересно, выход будет? Я столько уже горок прошла. О, ребят, exit, don't go. А я пойду, ребята, ну, слушайте, ну, тут написано, что это выход, я пойду, я должна пойти. Ребята, я прошла, ура, смотрите, фу, ты сделала это, я начал волноваться. Ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну, а пока, переходите в следующее мое видео, увидимся там.